Вот. Идет погрузка. Видимо, гречку, Игорь. Покупатели находятся. Вот что не вошло на улице. Это палатка. РТИ мне помогала. Я ему дал. Там директор Хромов Анатолий Петрович. И храм, и школа в одном здании. Это даже естественнее, нежели школа одна. Вот так. Игорь Барабаш грузит. Вот такие мощные машины. Гречка черная. Ему надо сбыть, скорее склад опростать. Пролезешь, бурьян. Вернусь будет. Там они внутри могут курить, у них своя зона. Это рядом храм, крест Господний. Батюшкин дом, там видно еще Кожени. Это вот его тихие сена покрытые. Вот так. Две машины только. Откуда-то они неизвестны. Вчера мы здесь были на прогулке. Вот за этим пруд находится. Вот это лагерный пруд, где было крещение. Вот там видно раздевалка. Кто посмотрит, кто крещение принимал, знаете, тут духовная родина ваша. Всегда будет тянуть сюда. Это Игоря Барабаша дом, машины. Все начиналось с нуля. Ну и работает он. Сбывает за 150 километров, бездорожье, зимой дороги нету. В соседнем, на деревне, прямо противоположном от направления в Барнаул, может быть, перпендикулярно в сторону, урывка, и он туда едет на снегоходе. А там машину оставляют, пересадку, и уже в Барнауле. Обратно едут, машину оставляют на снегоход и в Потеряевку. Ну, один раз... Какой-то за снегоход прицепленный там, сани где-то оторвались, а тут один из наших ехал и не хватился, пока домой не приехал. Ну, поехал искать. Вот такая работа идет, гречневая каша. Это не просто так, вот он. Видите как? Как это все достается непросто, оно маленько осталось даже.
Вот сено, сено, овес прикрытый тут. Дождь прошел там, что, все, надо сохранить. Забота. А городской в окошко только посматривает. А это гречка у него лежит. Тоже закрытая. Тоже надо спасать. Вот Игорь Барабаш. Всему научился. Убрать, еще и продать, налоги заплатить все. Но перед Богом это только оцениться может по-настоящему. А так ничем не оправдана эта деревенская жизнь. Но у тебя все свое, душа свободная. Когда пойти, что? Твои мозги работают на самостоятельность, на выдумку. А в городе что? На транспорт сел, доехал. Ну, где-то там в офисе, как называют, офис. Ну, обыкновенная избушка, четыре стены, вредным материалом обделан, евроремонт. Все это вредно для дыхания. Нормально это, русская деревянная изба. Еще оно не может быть вредное, там дерево, то, что есть. Вот наши ребята сейчас работают здесь двое. Сергей уехал, плохо без него. А этот раскатал, вот он как мог. Грейдер-то. Ну, а это Никита с Володей дальше. Теперь все надо откидывать. Песок, 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 песок. Сейчас только сообщили, что мы... Мол, щебень-то не пришел, за который мы заплатили. Его еще и нету, оказывается. Он в поезде едет. Ну, мы знать ничего не знали, не сказали нам. А сегодня директор этот мамонтовский позвонил, что у них есть еще тонн 100 в Корчино. Теперь надо из Корчино другой дорогой ехать. А как на это, по этой дороге проехать-то? Они не знают. И нужно вожатого. Никого нету. Никого. Вот все работают до одного. А у нас машина есть, стоит. Ну, шоферов нету. Сергей уехал. Он так нужен здесь, а его нету. Ну и все. Вот сейчас он раскатал. Вот видно, какая обровка песка. Вот. И дальше вот это не нужно. Это просто машина, грейдер. Вот. Теперь с двух сторон надо подкидать и пройти все эти 270 метров. О, я увидал на березе, на дерево, вон кошка куда заскочила. Ой-ой-ой, видел? Нет. А? Нет, а где? Ну вон белая. Подойди сюда. Погляди. Она прямо, говорится, пешая. А, ну сейчас вижу. Я не могу навести на нее. Слазит уже. Она, интересно, слазит-то передом, задом, всяко. Она всяко слазит. Вот теперь я ее нашел. Вот она ко мне подошла, залезла на меня прямо вот сюда на спину. Я ее чуть-чуть приподнял. Итак. Ну, такая вот. Ну, вот это надо первым делом песок лишний сюда закинуть. Который не лишний, а ну, машина грейдер разгладили. А придет здесь, тогда уже разберемся. Щебень вдавить в него. Вот проводи. Когда берешь палочку, веди, только гляди вперед на какой-то ориентир. Тогда можно сделать прямо. Вон сколько, гляди, там сантиметров 20 он сгреб в сторону. Вот, она, вот начинает Володя работать вот. Опять. С этой стороны. Все. Там Никита. Вот, только надо слушаться. Сказали, поставили на одну работу. Работай. А хлопать потом будем удалбливать. Я сейчас мещусь туда-сюда. Алексей тут у стены договаривается. С Витей договариваемся. Тот пошел к учительнице, наверное, наша бы завуч отпустила. Как тут быть правильнее? Вот проверяет, где совсем мало. Вот. Ну, примерно так. Сюда можно забрасывать и дальше. Это нехватка людей. А? Выше можно поднимать или ну, что? Делайте выше, потом сначала вы хотя до этого доберите. Это? Да он где там, выше, пока не взять вам. Ну, погоди, куда? Не видишь, где? До этого доберите, а дальше выше видно будет растопчет. Доберите выше. Я-то думал, расчеты вел, когда на 13 сантиметров покрыть,
на 4 метра, а тут раз, два, три, четыре, пять. Пять, да еще и с половиной. Ну, ясное дело, что машина где-то совсем мало, где-то больше, где-то спихнула. Ну, я внутренним чутьем понимаю, что он ничего не мог сделать. Я не специалист, я не градиентщик. Ну, доволен им. Доволен. Это бульдозери сделал, мне замечания делают. Тут они сделали, тут как попало. Нет, не как попало. Нет, это не так. Они сделали хорошо. Настолько хорошо, что, может быть, лучше и невозможно сделать. Вот там, где наш проем, где мы делали. Вот. Где он тут, не вижу. Это уже запредельно. Вот оно, где около шифера. Правее чуть, вот здесь вот. Ну вот, деревья, все это. Обещают снег 12 октября, 14 покров, как говорится, земля покроется. И молитву какую придумали-то, считают. Ну не в церкви, домашние девушки молятся. Пресвятая Богородица, покрой меня женишком. Ну смысл-то здесь неплохой, что чтобы она скрылась за ним, за мужем была. За, позади его и обеспечение было, и покрой меня, вот я могу сказать, ну, хорошим правителем, патриархом, чтобы они знали веру истинную, евангельскую веру. А то под православие все гонят, то, чего в Евангелии нет. Вот. Трудно было с этим возиться, надо на зиму закрывать. Это наш тоннель, вот полутораметровый. Как это сделать? Тополя валить будут, наказывать, чтобы ни один не упал на наше сооружение. Он его переломит просто и все с трубой.